Катя, вот я не знаю, утром просыпаюсь, хочется сделать зарядку, правда. Но если нет никаких снарядов, нет приспособлений, получается, иду на работу без зарядки. Смотри, есть несколько вариантов, как выйти из этого положения. Во-первых, можно использовать вес собственного тела, ну, например, отжиматься от пола. Замечательно. Ну, а во-вторых, уже придя на работу, можно использовать вес своих коллег или домочадцев, если ты дома хочешь. Кстати, у меня есть одна замечательная коллега, очень умная девушка. Я как раз сейчас ее использую в качестве утяжелителя. Но ты знаешь, пока что-то ничего не чувствую. Ну, что ты, Сереж, не понимаешь? Смотри, как делают профессионалы, и учись выполнять парные упражнения. Извини, Аня.